Электроконвертер, Мария. А что пишут здесь? 220, 1,25 киловатта, 1250 ватт. Привет, друзья! В стране война, разруха. Скоро настанут зимние холода. Нужно приготовиться. Значит, имеется такой агрегат. Называется Мария. И что-то он не работает. Сейчас быстренько разберу. Посмотрю, в чем дело. Открутим здесь саморезик. И вот что мы имеем. Регуляторчик. 22 кВт. Проводочки совсем хиленькие. Вот такие штуки. Первым делом посмотрим вилочку. Здесь все в порядке. Кончики пропаяны. Все четко. Немножко подтянем. Сделаем, как и было. Крышечку сделаем вот так. Чик. Винтик, чик. И здесь должно прижать. Затягиваем. Здесь у нас советская электроника. Пока это трогать не будем. Так, здесь управление. Подсветочка. Потенциометрчик. Здесь у нас одна спираль. И здесь у нас еще одна спираль. Спираль в порядке. Смотрим термодатчик. Значит, как оно устроено. Пластинка биметалла. При нагреве деформируется и размыкается. Так, стоп. А почему не возвращается? При остывании должно замкнуть. А оно не туда и не сюда. Сейчас уже где-то на грани. Очевидно, нужно подрегулировать. Скорее всего, в этом была проблема. Да. Проблема в датчике. В ложке. Почистим контакты. Вообще-то нужна щеточка. Почистить от пыли. Но у меня щеточки, к сожалению, нет. Зачищаем то. Теперь нужно отрегулировать, чтобы оно ходило туда-сюда. Вот это вот под огнем. Слегка. Теперь винтик закрутим. Чик разогнулся. А замыкать не хочет. Получилось отрегулировать. Проблема в релюшке. Теперь мы это все соберем. Но неплохо было бы промыть. Промыть водичкой вот это все железо. Самое сложное оказалась сборка. Нехай будет по максимуму. И сейчас мы проверим температуру. Специальный инструмент
температура. И что мы видим? 75-76 градусов по Цельсию. Зиму переживем. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Всем пока. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Батько наш Бандера.